И были же колонки новостей, и они именно издевались над этим названием, да, ругали его. Да. То есть считали, что вот, например, Флойд Паттерсон, да, был в тот момент времени представителем этого стиля, да, что они считали, что он как ребенок прячется. Cass never liked the name. Касса никогда это название не нравилось. Он его так не называл. So, are we correct to say that Cass never called his style like peekaboo? No. А как он его называл? How did he call it? There was no name for it. Никак. Не было имени. Не было имени. I would just call it the Cass D'Amato style. Я бы назвал его стилем Касса Д'Амато. That's all I would ever call it. Есть. Я его именно так всегда и называл. Окей.